Мрачные пророчества – это лекция о будущем Эдуарда Лимонова. Аудиокнига прямого действия. А теперь о самом страшном, о недалеком будущем. Что ждет нас, обитателей планеты, и в первую очередь европейцев и нашу Россию? Кто начнет резню в Европе? Да не так важно. Кто-то начнет, а потом будет уже все равно, кто начал. Вероятнее всего, резня уже началась. Начавшись на землях Ирака и Сирии, резня перекинется на европейские земли. Мирно вспыхнув в какой-нибудь Албании, в Косово или Македонии, чтобы затем перекинуться на Кавказ и Среднюю Азию, а затем забушевать в городках-спутниках Парижа. К 2030 году футурологи предрекают планетарный кризис. Подойдут к концу запасы нефти, газа и пресной воды. И начнутся войны за оставшиеся нефть, газ и воду. Именно в преддверии коллапса 2030 года так засуетились северные державы вокруг Арктики, где в подледных водах Ледовитого океана еще есть ресурсы. В этой битве у европейцев будет мало шансов выжить. Вторая огромная битва будет за озеро Байкал. Территории в Европе скоро окажутся так загажены, что на них будут родиться только ядовитые сельскохозяйственные продукты. Проблемы Франции, Германии, Великобритании с миллионами мигрантов, проживающих на их территориях, закончатся для этих небольших стран тесными войнами, такой поножовщиной. Ядерное оружие применить будет невозможно ввиду плотности населения, и они будут просто вырезать друг друга. Европейским мусульманам придут на помощь их единоверцы – из Африки и Алжира. Европейцы будут уничтожены или обращены в рабство. В тех странах Европы, где в 20-е, 30-е, 40-е годы существовали фашистские режимы, к власти быстро придут крайне жесткие правительства национального эгоизма. Эти страны – Латвия, Литва, Венгрия, Румыния, Молдавия, Словакия, Хорватия, Франция, Германия – к ним вскоре присоединится Великобритания. В этих странах начнется настоящая расовая война. Имеющие опыт разрушительных войн в Ливии, Ираке и Сирии, выросшие в культурных традициях мачизма, воины ислама будут иметь несомненное преимущество перед феминизировавшимися европейцами. Эти выпуски выходят при вашей поддержке. Не забудьте подписаться на наш Patreon, ссылка в описании, и включить уведомления на нашем канале, чтобы не пропустить новые выпуски.